Здравствуйте! Сегодня мы попытаемся определить число по известной его части, выраженной в процентах. 150 – это 25% от какого числа? Это нам и надо найти. Или же мы можем сказать по-другому. 25% умножить на какое-нибудь число, на какое-то число, будет равно 150. 25% умножить на число равно 150. Итак, вот это у нас будут проценты. 25%. Проценты. Вот это искомое число. Искомое число. И все это равно известной части. Известная часть. В нашем случае это 150. Известная часть. Таким образом, мы получили проценты умножить на искомое число равно известная часть. Но нам 25% надо перевести в десятичную дробь, потому что если мы оставим проценты, то и число получим в процентах. Поэтому запишем выражение так. 0,25, это 25%, да, мы перевели в десятичную дробь, умножить на искомое число равно 150. Интересно, это число будет больше или меньше вот этой величины? Если мы возьмем 0,25 или 0,25, да, или 1/4, так как 0,25 это 25%, да, этого числа, то в результате мы получим 150. Следовательно, данное число будет больше 150. Более того, это число будет больше 150 в 4 раза. Теперь давайте найдем это число. У нас левая часть равна правой. И чтобы решить это уравнение, нам надо умножить обе части на 4. Если мы умножаем на 4 вот это выражение, то мы обязательно должны умножить на 4 и 150. Следовательно, 4 умножить на 0,25 или на 0,25, или 4 умножить на 25%, это равно 1. Теперь переходим к правой части. 150 умножить на 4, это равно 600. Все правильно, так как 25% от 600 будут составлять 150. Другими словами, 1/4 от числа 600 – это 150. Итак, наше задание выполнено. До свидания и до встречи на следующем уроке.